нормально ситуацию разрулить не можешь. У тебя все токи на аренду у частного на руках. Да ладно. То, что ты думаешь, можешь засунуть тебе задницу, дебил. Эй, киса, я просил хлеба. Где хлеб? У нас столько булочек. Надо принести. Давай. Шевели булочками, принеси мне хлеба. Заткни свою тварь. Короче, Валера, я что сказал, заткни тварь. Короче, Валера, показывай, что смотришь. Что смотришь, Вися?